Приветствую, друзья! Сегодня у нас в творческой студии семьи Волковых вот такой вот ужин небольшой. Вот. И мы сегодня будем делать передачу и ужинать, и говорить о разных вещах. А прежде всего остановимся на главной теме. Тема у нас будет понятие «засада». Засада. Знаете, что такое засада, да? Так вот, так как мы семья польская и в основном польскоязычная, будем стараться говорить по-русски. Ну и есть маленький нюанс, хороший такой, красивый нюанс о том, вот в этой польскоязычности, польско-русскоязычности у нас еще моя англоязычная такая, вот, и нюанс, что мы на разных языках слова понимаем и смысл их изменяющийся понимаем немножко лучше, чем другие, возможно, потому что мы в Индии были, и там хинди немножко с людьми разговаривали, на хинди, непали, и очень много слов находили похожих. Вот. А в сегодняшней теме у нас будет слово «засада», а передача наша, как вы знаете, вот семейная, воспитательная такая, как бы это сказать, ну, функция, мы стараемся сделать ее такой показательной, как мы живем и как у нас все происходит. То есть мама у нас уже накладывает там это самое, разносит нам кушать, мы будем ужинать сегодня. Да? У нас там ножки свиные, по-польски это называется голонка. Голонка, да? Так? Да, да. Голонка, да. И вот, что хотелось бы сказать о засаде. Вы думаете, что засада никаким образом не подходит для нашей темы? А вот, если кто так подумал, ошибается. Потому что засада в польском языке – это правило. Это не закон, но правило. То есть перевод слова «засада» – это правило. И если мы будем разбирать еще более углубляться в тему засады, получается, что происхождение этого слова, если в польском засада это правило, а в русском засада это на военную тему, да, так, то есть попадаешь в засаду и тебя там стреляют, расстреливают, то может оказаться, что очень интересная история происхождения этого слова. Я предполагаю, что некогда, когда аграрная культура только приходила на землю азиатскую и вообще на землю нашу, да, то есть аграрная, то есть что такое аграрная, когда люди начали в промышленном масштабе общинами растить зерно, там, какие-то эти, садить, то есть слово садить, засада это засадить, можно сказать, да? Вот когда вот эти вольные стрельцы-охотники ходили по этой земле, они же не знали заборов. И когда они попадали в чужой огород, ну, было ничего неприятного. И должны были от этих охотников эти аграрии каким-то образом защищаться. Ну и получилось, видимо, засада, двойное значение, даже тройное. Засада, с одной стороны, это когда ты засадишь огород, когда ты приходишь в засаженный огород, да, со стороны охотников, допустим, да, которые вольные стрельцы ходили по этой земле туда-сюда, и вдруг приходят на чей-то огород, они и духом не знают, что здесь чье-то, вся земля была общая, вся была наша, вот. И вдруг приходишь и в засаду. А еще к тому же начали защищаться, поэтому устраивали засады. Охотники специально приходили, допустим, за фруктами, овощами, яблоками в сады и попадали в засаду. Таким образом это слово и произошло. А уже само слово «правило», как «засада», да, это, так сказать, вот засада. У нас есть засада, то есть нельзя ходить в чужой огород и рвать, или в чужой сад,
Нельзя ходить в чужой сад, чтобы рвать в нем чужие плоды. Это засада. Нельзя, невольно. То есть такая вот тема. И в польском языке осталось, как наиболее, там очень много старославянских слов, больше, чем в русском языке осталось, гораздо больше. И поэтому засада такая, то есть у нас в семье правила, то есть засады существуют. И главное правило, главная засада, это никогда не... Я не имею права, никто не имеет права на кого-то ругаться или быть недовольным, если это не было оговорено перед, ну, ранее, да? То есть просто так вот взять и выругаться на кого-то, что тебе что-то не понравилось. Это может быть, это бытовое случается, но с моей стороны это я не могу обругать ребенка или на него что-то накричать, там, Катя, я сейчас это самое, не могу так сделать. Если раньше не сказал, Катя, вот этого сделать не надо, вот так вот мы делаем, и всем сказал, да, то есть ввел правила в семью. И все знают, что вот это, есть такое правило, какие у нас есть засады, есть какие-то. Ну, особых нет, но, допустим, у нас правило, да, утром встаем, каждый выпивает, малыши по пол стакана воды, я там Майе целый стакан наливаю, мама там уже пьет сколько может. Вот, выпиваем стакан воды. То есть надо организм сразу включить. Включаем его. Мы заспанные все такие. Что еще делать? Какая у нас засада после этого? 11. По-русски говорить надо. 13. А я, у меня засада с каждым ребенком, особенно если я его звоню, утром я с ним делаю. Так, я вообще нормально, только ты чуть-чуть громче бы говорила, а не мямлю. Хорошо, я одеваю 10 трущадов с каждым моим ребенком, который... Так, ну, я перевожу русский моей жены дорогой. Значит, она, кроме того, что она просыпаемся и делаем так, стоп, девочки, опять засада. Положили вилки, забыли уже, да? То есть у нас когда мы вместе все собираемся за столом, а сейчас в последнее время уже как-то вот с этими коронавирусами одни в одну сторону, другие в другую сторону, одни учатся, другие не учатся. То есть когда мы собираемся за одним столом, мы перед тем, как начинаем кушать, то есть кто-то из нас говорит какие-то хорошие слова. То есть религиозные люди... Они там молятся Богу, а так как мы слабо религиозный интернешнл такой, ну вообще общемирового масштаба, нам нравится наблюдать за культурами. А мое хобби это религоведение, так сказать. То есть я в каждую секту войду, посмотрю, как люди в группе живут, возьму, смотрю, как они там... Какие практики используются. Если мне что-то интересное, я у них беру и выхожу дальше. То есть, и таким образом, я не принадлежу ни к какой конфессии. Я везде вхож. То есть, я везде могу быть своим, в принципе. Потому что я, ну, ничей. То есть, даже такая интересная мысль, что в Россию приезжаю, меня поляком друзья называют, а в Польше я русский. Так вот, и у детей моих тоже так на роду написано будет, что... Будем таким образом. Вот, так вот, о чем засады говорят наши, то есть правила. То есть перед едой каждый, не каждый, а кто-то один высказывает пожелания или мысли свои. Просто такое-то самое. И это не обязательно я. Кто у нас будет? Пусть наша голонка польская будет нам вкусна. Мы первый раз сегодня кушаем. И так пусть она поздравится всем. Да, перевожу. Голонка, пусть эта голонка будет вкусной, и всем понравится. То есть вот эти ножки свиные, то есть мы, это чисто польское блюдо. Вот покажи, где оно такое, это самое. А то есть такие вилки, то есть вот такие. Вот так вот, о, куски такие. Мясо, ну ножка, короче, свиная, она разваливается. Ну, она уж такая добрая, печеная. В общем,
мы не часто такие ножки, и тут опомнились несколько дней назад, что существуют такие вкусные запеченные ножки, вот сегодня сделали. Поэтому это называется голонка, и Дорота это сказала. То есть я еще тоже пожелаю так для камеры, чтобы для вида. Ну что, всем. Надя не спи. Аня не спи. Что такое? Уже заснула. Значит, всем приятного аппетита и хорошо кушаем. Пожелаем всем людям на всей земле самого всего счастливого, чтобы они были счастливы, чтобы они были сытыми всегда. И всегда у них был стол накрыт, как у нас. Вот. Ну все, приступаем. Вы приступаете, а я еще буду вынужден говорить каким-то образом. То есть еще расскажу про наши засады. То есть получается так, что у нас как бы, как я уже говорил, день весь строго регулирован. Ну так, в общих чертах. То есть нету каких-то там острых там обязанностей какие-то. Во столько-то вставать, во столько-то ложиться. Дети могут... Вот в субботу, воскресенье, они даже в субботу точно могут целую ночь сидеть и смотреть фильмы себе до утра. Приходишь утром в 6 часов, они или там выходишь, а они еще сидят, смотрят фильмы. Тоже так бывает. А в каникулах то всегда. То есть у нас нет жесткости такого в отношении каких-то. Вот во столько-то нужно встать, если не нужно встать, почему бы не встать. Майка у нас, вот она может и до 2-3 часов дня спать, да, ну, в общем, полная вольница. Но если ты просыпаешься, начинается что? Ты берешь и выпиваешь стакан воды. Хорошая минералочка, вот у меня есть такая минералочка, здоровская вода, она легко-легко газом дала, легко, очень легко. И желательно целый стакан выпивать. Потом нужно сделать 10, начали мы с 10 присядов. То есть берешь и 10 присядов делаешь. Вот, все. Сейчас потом потихонечку делаем 11. Через какое-то время, вот у нас уже до 13 дошли, да? Мы где-то 13 у нас? Да, 13. Вот. И вот таким образом. То есть это засада, это правило. И какие-то другие правила, я не знаю, кто-нибудь знает, какие правила у нас есть? Не врет. А, вот это да. Правило такое, не врать. Это строго карается. Это убийством грозит полностью, эмоциональным разрушением личности. Деградация вот семейная. Да. То есть Дорота вот хорошо знает, мы с ней уже больше 20 лет. Или 20 лет. 20, да? Да, 20. 20 лет вместе, боже мой. Из них, ай-яй-яй, из них 4 года всей семьей, вот мы были в Индии. То есть мы маленькие еще дети были. Анечка только родилась, самая младшая, это розовая. Самая голодная. Еще у меня билет бесплатный. Еще у нее был фри тикет. Да. Ну и в общем, понимаете, в чем смысл? Что хотел сказать, что нельзя просто пускать на самотек вот, эмоциональную жизнь в семье. То есть нужно, прежде чем ты что-то скажешь, мы взрослые имеем власть, казалось бы, над малышами. Но нельзя из жизни делать дурдом. Когда тебе что-то не нравится, ты орешь, как дурной, или вот это нельзя сделать то, сего, этого. То есть ты должен предупредить, создать правила, засада. Еще раз слово такое интересное, засада. Создаешь правила, предупреждаешь всех, и они привыкают, что есть засады. То есть, ну, засада, да, для маленького ребенка, он в раю живет, ему как бы все можно. И тут засада, короче, вилы. Что-то нельзя. Потом дети привыкают, что есть правила. И если отец сказал, а я здесь как командир, за командира, сказал, значит, через год это тоже нужно соблюдать. Хотя, в принципе, у нас некоторые вещи забываются.
мы делаем себе дни иногда. Дни. Какие у нас дни были? Вопросов. Без вопросов. Дни, день без вопросов. Представляете? Вот как можно общаться целый день, находясь это самое, вместе все, там, суббота, воскресенье, и не задавать друг другу ни одного вопроса. Вот общаться без вопросов абсолютно. Представляете? Вот. Играемся в такие игры иногда. Кто что придумается, так это самое. Но главное это создать засады, создать правила, которые... по которым должны жить. Вот. И самое интересное, что нарушение этих правил карается чем? Присядами. И вот я так говорю, вот если кто-то что-то будет вот здесь вот так, будет, не будет делать так, что он будет делать? 50, 10, 30. Это я уже сам регулирую. Сколько присядов за нарушение засад? Вот, вот таким образом. То есть... Нельзя слишком эмоции отпускать. То есть правила должны быть в жизни. Если хозяин или хозяйка, мама, папа начинают без правил кричать, там, недовольство свое выказывать, это ну, очень делает из жизни дурдом. Вот. А мы пытаемся жить как бы в определенной степени нормальности. Вот. Таким образом, вот сегодня тема нашей передачи была засада. Ну и сейчас я позволю. Есть ли какие-то у кого-то какие-то? У меня такое, что, например, година в интернете. Это 50 присядов. Ага, вот так. Смотрите, еще Катенька напомнила. То есть сейчас на удаленке две младшие у нас в школу отвозим их, а старшая, она дома занимается. И постоянно сидит возле этого компьютера. То есть может просидеть целый день. Сделали засаду, сделали правило, каждый час 50 присядов. То есть вот она сидит у компьютера, час прошел, она идет, делает 50 присядов. Кровь разгоняет. Это не просто из-за того, что... как бы наказание. Нет, это физиологическая потребность организма разгонять кровь периодически, да, чтобы зрение не портить, чтобы это... То есть смешивается. Вот одна из правил, которая создается на лету. То есть вот есть такая... и она уже знает, что нужно это делать. Я ее не заставляю. Она просто знает, что есть правила, которые создаются не для того, чтобы не для наказания, а для того, чтобы лучше было, чтобы физиология ее работала, чтобы, в общем, чтобы не все время сидеть при компьютере. Да, то есть вот таким образом. Есть еще у кого-то какие-то засады? Дорота, ты имеешь засады? Да, какие? Я уже сказала. Не врешь? А, у Дороты одна засада. Ты когда живешь, мне это самое, так, у нее вроде не говорит. У Дороты засада, она в молодости очень любила врать. Она мне высказывала там. Я всегда люблю говорить сказки. Вот сказки. Но врать тоже получается хорошо. Можно по-своему все сделать. Но в последнее время мне очень нравится просто говорить, как есть. И я это чувствую как свободу просто. Да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, все ты ничего так поняли. Не понял. Так, все поняли, ты для людей говоришь, а не бубнишь и жуешь, блядь, и так дикция, блядь, черт, а тут еще это... В последнее время мне очень понравилось просто говорить как есть, и это для меня как свобода. То есть, говорить правду нужно себе заслужить. Представляете, человек всю жизнь может подбирать чуть-чуть, привык, что ложь в его жизни присутствует. А здесь, вот это Дорота пересказывает, перевожу уже ее, как бы, человек заслужил себе говорить правду. Вот везде. То есть это ж кайфно как. Не надо ни перед кем вилять хвостом, ничего не надо. Ты говоришь всегда правду. Вот у Дороты была такая засада, не врать. И вот еще, как это классно ей, у нее получилось. У тебя нет засады.
ты без засад живешь? Майка. Нет, граждан, я только не помню. Да, у меня, например, засада вставать как нужно на работу, и мне там даже не смотреть, там что-то не хочется, хочется просто идти в что все хочется, не хочется, перейдет. Да, тут такая засада, засада потихоньку. Лучше жить. Это олени, олени мы будем говорить в следующей нашей передаче, хорошо? Лень – это другой уже вопрос, это слишком большой. Сейчас у нас мы говорим, как уже о засадах, о правилах, которые у нас в семье. Они плавающие, они изменяются, но они придерживаются хотя бы какое-то время, пока не умрут, не умрет их актуальность на это самое. То есть, ну, в каждой семье есть свои правила. И, но, а я вам говорю о том, что как сделать так, чтобы эти правила помогали, помогали нам и нашим телам. То есть есть у нас сознание, которое мы общаемся, и тела, которые пищат, плачут, и они могут быть недовольными, ленивыми, и все. И как сделать так, чтобы все было тики-тики, чики-чики, чики-пуки. В общем, как сделать так, чтобы было, все, все были хорошо и довольны, вставали на работу радостные, довольные, бежали, потому что, ну, присядов наделаешься, естественно, побежишь. А я себе грушу повесил, и, а вот, кстати, мужчины, это я вам говорю, взять хорошенькую грушу, и не надо никаких присядов, если ее раз 10-20 проколотишь, сердце вот так начинает колотиться и кровь разбегается. Это вам подарок, обеспечивающий вас бескоронавирусную жизнь вам. Никакой коронавирус вам не, к вам не попадет, если будет хороший кровообег. А остальных, об остальном коронавирусном таком, я говорю в других своих передачах, программа, да. А это программа семьи Волковых. Пока я говорил, у меня все остыло, дети у меня покушали, но мы вот выдали в эфир вот такую вот передачу. Если нравится вам, там ставьте лайки, желательно вверх, ну и там подписывайтесь. Будем вот такие устраивать, как можем, будем вас веселить и рассказывать очень, как бы, интересные вещи, то есть нужные вещи о взаимоотношениях в семье. Почему я об этом говорю? Да, потому что мы семья путешественников, Польша, в России, Индия, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш. То есть мы везде, где были, общались с людьми, смотрели, как они живут. Поэтому берем лучшее и живем по-своему, в принципе. А хочется жить просто нормально, по-человечески. Потому что никакая эмоция, самая хорошая, не помогает человеку быть разумным существом. К сожалению. Всего хорошего. Пока, пока, пока. А я принимаюсь за прием пищи, потому что у меня там ножка свиная меня ждет. Масло с чили. А то доброму штатка. Ну все, 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 я прощаюсь уже с вами. Все, прощаюсь. Мы прощаемся. Пока, пока.